Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня поиграем в игру, которая называется Черепашки-ниндзя Wrath of the Mutant. Чё-то ты как-то ты громко. Можно здесь как-то потише все сделать? Уж больно как-то. Чё, расширение только такое? Ладно, пускай Full HD. Английский язык, я так понимаю, русского здесь нету. Ладно, ребята, play. Easy. О. Так, что тут у нас? Парк какой-то. Деменция X. Ага, и ник. Ну что, начнем, наверное, с этого. О, выбор. Лео, Майкл, Донни, Рафаэль. Ну, наверное, с Леонардо начну. Наверное, я начну с Леонардо, ребят. Так, ага, мощность черепашек, нажимайте на Y. Будем знать. Ну что, загрузка-то прошла, нет? Или еще грузится, еще грузится. Here come the foot. Don't let them get away. Слушай, а прикольно, они прям как вы-то, как в Черепашке-ниндзя легенды. Так же выглядят, прям один в один. Прикольно. Так, баки можно брать. Так, что-то нашел. Буякаша. А это что такое? Фига ты. Вот это он наяривает. А что у нас еще есть? У нас такой удар есть, супер удар. А, о. Есть удар в прыжке. Нормалек. Найс, точно, найс. Но... Ну где вы там, олухи? А ну-ка, работает? Да, это все работает, как? В экран полетел. А что это он такой взял? А, бомбочку что-то какую-то? Нормально. Буякаша. Так, нажми Y, чтобы использовать супер... Ну пока-то зачем? Пока мне не надо использовать этот супер удар. Зачем я его буду сейчас юзать? О, воу, 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 копейщики. Ну-ка, и что? Нормально. Нормально он так их. Так, железно... Табличка железноголового, ребят, лежит. Слушай, прикольно. Железноголовый здесь вообще ништяк. Люблю такие ребята. Ага. А как тебя? Иди отсюда. Пицца. Пицца тайм, да. Что это морозильное окошко, что ли, летало сейчас, блин? Я, ребята, морозильный кошку, по-моему, запустил. Кто это? О! Бибоп! Да ну! Блин, прям как в игре. Не, я могу, конечно, сделать суперудар. Так, а у него вон внизу хп, я вижу, ребят. На! Так, ребят, он делает уклонение. Сюрикены! Вот гаденыш, а? Он в ярости?
Да блин! Да ты что, а? Есть. Бибоп в отключке. А, мы продолжаем. Ёк-макарёк, вовремя. Так, а, подожди. Найс-то найс. Когда будет много врагов, тогда я использую суперудар, ребят. Но не сейчас. Ау! Пора. Пора. Черепашья сила. Да ты заколебал, блин. Мне бы, ребят, пицульку бы. Пипец. Да, 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 да. А как? Да я вижу, что бомбочка лежит. Они тоже, ребят, сюрикенами бросаются, прикинь. О-хо-хо-хо-хо! Ты смотри, все прям как в игре, ребят. Это кто там? А, это мы их отдубашиваем, у них эти мозги вылетают. Да, я бы тут, наверное, припарился бы с ними бомбиться со всеми. Шикарно. Так, двигаемся дальше. Конечно. Захотел. С бочки с этой... Но в плане прыжок... Да иди ты! Козе в трещину, блин. Бегут, 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 бегут. Это что, кожеголовый? О, даже, ребята, те самые удары, как в игре, прикинь. Вот это нормально. Вот это ништяк. Все сохранили. Вот это вот... Вот ты, гад, лезешь. Со своей бластерной пушкой. У меня есть? Есть. Давай. Блин, надо было, наверное, побольше накопить. Врагов-то. Это что? Ага. Уходим. Буякаша. Буякаша. Да вот этот раздражает меня, блин. Как-то у нас быстро ХП улетает. Так, этот идет с бомбами. Ну, не с бомбами, я имею в виду с ящиками с этими. Найс. Найс. Вот тебе и найс. Уходим. Нифига не... Это морозильная кошка, ребят. Over, down, oh, yeah. Летает тут. Опа. Опа. Рокстеди, друзья мои, Рокстеди. Boom, boom,
Фига себе ты, парень! Ты не прихренелый мужик. Ау. Что, бомбы бросает? Припечатал. Что там? Да ну нафиг. Да ты заколебал, а? Да ядрё матрё, ну! Есть! Шо жёсткий-то какой-то, а? Толстозадый. Сори, Рокстеди. Это конец. Прошел, ребятушки. Так. На 9-м месте, блин. Эту локацию мы закрыли, да? Получается. Угу. Так. TCR1. Не, я, наверное, вот это возьму. Канализацию. Или лучше вот это. Парк. Хочу в парке прогуляться. Возьмем теперь Микеланджело. Посмотрим на майки. Так, тут разные предметы можно, ну, я так понимаю, это подбирать, брать, бросать, драться ими можно, судя по всему. То есть я выбрал парк нью-йорковский, да, судя по всему. Что-то на парк не похоже ни хрена. Да как ты? Да ну! Сайонора. Вот тебе и сайонора. У меня нету, блин, какого-нибудь уклонения. Вот что меня немножко раздражает. Почему я не могу как-то уклониться или там перекат какой-нибудь сделать? Ну, немножко несправедливо. Иди ты с пушкой своей, блин. Блин, офигеть, уже половина хп, даже больше нету, ребят. Это враги или это друзья? Но маузеры никак не могут мне друзьями быть, верно? Спасибо. Ну-ка. Нормально, майки разбрасываются пиццей. Это где такое видано? Да как так-то, блин? То есть от Сюрика вообще никак не избежать, да? Если он стреляет... Да. Если он бросает свой пшивый... Я же говорил, что это не могут быть друзья. Я только взял, ребята, пиццу и все. Да, одно хп минус. Одна жизнь минус. Что-то как-то тут с житухами
Ну прям вообще, ребята, грустно все. Прям грустненько, блин, по поводу ХП. Плюшевый мишка. Да, правильно, в меня, блин. Конечно, в меня же надо было, блин. Ну, кожа головы устроен тут карнавальную ночь. Прокатился по ним и нормально. Причем я, блин, бросаю на... Нажимаю на бросок, и он не бросает, блин. Ого. Черепашья сила. Ага. Уйди отсюда. Да блин, я думал, что все. Вот как так можно, ребят? Ты бьешь одного, этот из-под тишка подходит сзади. Это разве честно? Нет, конечно. Голос прикольный у него. Сайонора. О, он душил меня, гад, сзади. Найс. Тьфу ты. Мне такое впечатление, что будут большая... Не знаю, кто будет большая. Морозильная кошечка помогла нам. Босс? О, да. Крип. Ну, кого-кого я крипа здесь? Пора черепашью силу врубать. Крип что-то прибурел, блин, с косой еще. Не с косой, а с вилами даже. Блин, блинский. Нифига ты. Да ты заколебал. Пипец, ребят. Да ты сдохнешь. Наконец-то. Криповский, блин. Давай, 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 давай. Блин, силу что ли придется использовать? Успокойся, Майки, успокойся. У нас ХП на один удар идет. Все, блин, трындец. Goodbye, бро. Пока, братья. А это так и будет, да, бегать, блин, пока меня не звезданет или пока не отдуплится. Кто там ломится? Узнаете белок этих? Да. Yeah,
Что это за картины? Тут еще ужас какие-то. Ну, они, по крайней мере, хотя бы несложные. Ты задолбал пугать-то, блин. Давай. Глупо было надеяться. Ага. Да ты... На, блин. Оу-оу-оу-оу, я видел бомбочку, но... Слишком поздно. Опа, это кто? Это у нас железноголовый, друзья мои. Собственной персоной. Так, ушатали. А вот это что мы красные? Это ярость у нас какая-то? Или что это такое? Босс. Да ты задолбал, а? Своими бомбами. Пришлось взять. Так, я, наверное, пока... Вот вынуждает меня подобрать, да? Морозильную кошку. Еще надгробие. Рокзар, друзья мои. Что ты делаешь? Что? А? Фига себе. Что он там сказал? Герой Махир? Типа Mortal Kombat? Ау! Ты вон! Ага! Я сильный, мощный. А по-моему, ты лапу... Е! Посраки! Получил, а? Да-да-да, goodbye, boy. Слушай, ну, неплох, тоже, ребята, неплох, как по мне. У нас еще Донателло и Рафаэль впереди на обсмотре. Я почему-то подумал, что будет здесь шинигами. Я когда вот этих вот увидел, летучих мышей, думал, что шинигами будет у нас тут. Но нет. Так, итого у нас пройдено 2 этапа. Еще остается 3. Ну что, друзья мои, давайте на сегодня тогда мы, наверное, закончим. Обязательно увидимся уже в следующей серии. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.